нами Леонид Максимов, бас-гитарист певицы Линда. Что вы думаете о показе, Леонид? Мне очень понравилось. Я могу сказать, что для меня это дебют в неком образе. Я впервые на подобном показе. Три дизайнера сегодня и как бы три разные краски. Это было... выделялось. Нельзя было сказать, что один дизайнер переходит другого или где-то плохо прослеживаются черты и стиль. Мне очень все понравилось, и организация, и сами модели, и конечно же, сами работы модельеров. Вот. Ну, так как в последнее время я немножко принимаю участие по дизайну, и это воплощается из бумаги тоже в какие-то модели, мне уже было интересно посмотреть на это с другой стороны, как люди отшиваются, какие-то более технические моменты, которые, может быть, на которые не обращает повседневный зритель или искушенный зритель, который пришел посмотреть какие-то новинки. Вот. То есть я сейчас как такой некий ребенок, который смотрит на все вокруг, пытается подчерпнуть везде какую-то информацию, а здесь это вот так, а здесь это вот так. Потом приду домой, буду делать выводы, и, наверное, это как-то отразится на моей дизайнерской деятельности, которая вот начинается прямо вот с этого самого ближайшего времени буквально. То есть в дизайн вы будете приносить что-то из музыки, а в музыку что-то из мира моды? Я думаю, что это неплохое сочетание, так как музыка и мода – это проявление каких-то эмоций. И совмещать их, я думаю, что это было бы замечательно. И ведь сегодня, как вы заметили, во время показа было музыкальное сопровождение. Причем у каждого дизайнера оно было свое, своей стилистики, и это круто. Поэтому, может быть, из-за того, что я долго занимаюсь музыкой, я могу развиваться и как-то открыть себе новые грани и в дизайне. Одного зайца вы уже убили, музыку вы напишете себе сами, я думаю. А название бренда придумали? Оно просто аббревиатура моего имени, то есть Leo. L.E.O. Коротко и ясно. Спасибо, Максим. Приятного вам времяпровождения на неделе моды. Спасибо, до встречи. С нами Александр Ковалев, поэт-песенник, пишущий для таких грандов нашей эстрады, как Билан, Лазарев, Винтаж, Колдун и Стас Море, финалист «Новой волны» 2017, посол фестиваля молодежи в Сочи. Ребята, скажите, ваши впечатления от показа? То есть меня начинаем, не с артиста, да? Хорошо. На меня произвело впечатление, мне вообще нравятся все вот эти мотивы БДСМ, да, немножко мрачноватые, но при этом очень яркие. И я, со своей стороны, удивлен, что не так много артистов посещает подобные мероприятия, потому что вот им есть почему поучиться в плане образа, в плане имиджа, и я бы прям идеи сдирал бы на их месте отсюда. Ну, для меня произвело впечатление, очень эффектно. Вы бы купили для себя какой-нибудь вещь или для своей подруги? Нет, ну если только совсем для личного пользования, да, не для появления. Если для какого-нибудь яркого появления, например, там на каком-нибудь фестивале, так, где можно из машины выйти, пройтись по красной дорожке и уехать, то да. А за хлебом вряд ли бы я в этом пошел. Да, эти наряды достойны красной дорожки. А что думает Стас? Я вообще за то, чтобы каждый человек был индивидуален в своей какой-то реализации в жизни. И здесь как раз вот высокая мода позволяет найти какой-то свой интересный яркий образ, который не пропечатан там тысячами вариантов по
безумному количеству магазинов, поэтому очень ярко, очень интересно. Опять же, вопрос БДСМ, согласен, очень много сексуальных, красивых девушек. И где-то местами отвлекало это от непосредственно образов. То есть вы нашли какое-то вдохновение для будущих творений сегодня? Уже, да, уже что-то рождается в голове, думаю, к вечеру будет новый альбом. Спасибо, ребята, я желаю вам таких же вдохновляющих показов в вашем творчестве, новых горизонтов. С нами сегодня на Mercedes Fashion Week Александр Иванов, широко известный в кругах музыкальных и шоу-бизнеса как Айвон. Ваше впечатление от показа? Впечатление прям шикарное. Мне очень понравился масштаб, размах такой красивый, все эстетично. Прям слов нету. Мне что приятно, то, что еще музыка была хорошо подобрана. Эти все миксы, луки. И что самое интересное, что это не занимает много времени. То есть 20 минут максимум длится показ, и как бы за это время ты успеваешь насладиться и луками, и музыкой, и самой атмосферой. То есть вы оценили и видеосоставляющую визуальную, и музыкальную? Честно говоря, я вообще все оценил. Как только я сюда зашел, я посмотрел, что тут происходит, как это все выглядит, как это подано. Я в восхищении просто. Под восхищением. Не было ли еще предложений вам писать музыку для показов и делать показы? Не было, но мне бы было это интересно на самом деле. Так что, ребят, обращайтесь. Дорогие друзья, вы все слышали? Кто хочет классную музыку от Айвана, пожалуйста. Я думаю, что можно найти вас в Инстаграм и во всех соцсетях. Можно. Иван, два нижних подчеркивания, рок. Всем привет. Очень интересно на Mercedes Fashion Week. Самые лучшие люди здесь. We'll be right back.